Начинается с того, что на улице сначала идут дожди, потом начинается резкая жара, и для того, чтобы можно было гулять в парках, если разрешат, нам понадобятся кроссовки. Заказать их можно уже в России, и почтой вам перешлют, либо же заказать можно из Китая, с сайта AliExpress, и значительно сэкономить. Если вы конкретно знаете, какой у вас размер, тех же самых New Balance, там европейский размер какой у вас, то, скорее всего, колодка одинаковая будет. И с этим очень легко угадать. Поэтому вот он, один из вариантов, какие кроссовки купить, чтобы можно было ходить летом. И ноги нормально, комфортно себя чувствовали. Это кроссовки для бега, но мы их будем использовать в повседневной жизни для EDC прогулок. Сразу на бирках написано, что это сделано во Вьетнаме. Но здесь пластмассовый наполнитель вместе с бумажным. Вот такие вот бумаженцы. Как мерить, как ходить, как ухаживать. Два силикогеля маленьких. Ну и коробка нового образца. С одной стороны написано, что здесь 28 сантиметров или десятка, либо 44 размер. Выглядит следующим образом. Это пара и имеет даже бирку. Здесь ничего не торчит. Голых краев нет, как обычно. И здесь все аккуратно прошито. Хорошая плотная стелька. Ярлыка нету. Но на этой модели он, в принципе, не нужен. Самое интересное здесь — это подошва. Или подошва. Она имеет что-то типа пластика, пластмассы протектор, ну и, соответственно, мягкая пена. 530 модель. Клеем не воняет. И единственное, что здесь идет перфорированная замша, а не сетка. Ну вот, в принципе, и все. Пластмассовые вставки с одним отверстием. Второго отверстия здесь нет. Фальш отверстие. Ну, точно так же и здесь. Вони от них никакой нету. То есть они чистые, хорошие, замечательные кроссовки. Если вам понравился вариант данной обуви, купить ее вы можете по ссылке в описании внизу. Ну и, соответственно, выбрать себе любую другую модель. Не бойтесь заказывать из Китая. Обувь идет очень быстро. Сейчас они ее научились хорошо делать. Ну а всем, кому понравилось видео, оцените его лайком либо дизлайком. Добавляйтесь в друзья. Всем пока!